На конкурс дети читают стихи. Платонов Данила, 12 лет. Афанасий Афанасьевич Фет. Мама, глянь-ка из окошка. Знать недаром вчера кошка умывала нос. Грязи нет, весь двор одела. Посветлела, побелела. Видно, есть мороз. Не колючий, светло-синий. По ветвям развешан иней. Погляди хоть ты. Словно кто-то траватый, свежий, белый, пухлый, ватый. Все убрал кусты. Уж теперь не будет спору за салазки, да и в гору весело бежать. Правда, мама, не откажешь, а сама, наверное, скажешь. Ну, скорей гулять.